отправиться на прогулку по лучшим местам исторического центра предлагают авторы ролика «Самарский район. Район для жизни». Такой формат мини-фильма выбран не случайно. По задумке, увидев динамичное яркое видео, молодые люди не будут сидеть дома, а отправятся на экскурсию. Он о том, насколько ценен для молодежи Самарский район. И что здесь можно пойти на набережную, можно пойти прогуляться по Ленинграду, можно танцевать сальсу на Некрасовском спуске. Здесь множество занятий. У Самарского района богатая история. Свой ролик сотрудники публичной библиотеки посвятили тому времени, когда в городе жил Максим Горький. Зрителям рассказывают обо всех памятных местах, где бывал пролетарский писатель. Авторы говорят, старались сделать ролик максимально интересным. Мы, конечно, не профессионалы, мы же библиотекари. Поэтому мы все делаем своими, так сказать, может быть, скромными какими-то силами. Вот чтобы у нас озвучивать этот ролик, мы ушли в самое дальнее книгохранилище, чтобы не было никакого шума ни улицы, ни посетителей библиотеки. И там вот прямо в уголке мы озвучивали этот ролик. В любви Самарскому району признались все желающие. Есть среди участников студенты, школьники и даже воспитанники детских садов. Мы просто аккумулировали и выбрали тот материал, который бы в достаточно короткий промежуток времени показал и действительно влюбил нас в Самарский район. Каждый может продемонстрировать свое мастерство, да, свое отношение к тому или иному, да, событию, которое происходит в районе и в городе. Я думаю, что это как раз говорит об активности и желании, да, принять участие вот в общем деле. На районный конкурс, посвященный 60-летию района, представили десятки работ. Всего в конкурсе 8 номинаций. Победители конкурса объявят в начале сентября. Лучшие ролики войдут в районный видеоархив. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, «События».